как на войне вы, медики, в строю. Не за признание, деньги и награду. Достойно выполняете свою священную вы клятву Гиппократа. И каждый день идете, как на бой, свой ежедневный подвиг совершая. И ради нас рискуете с собой, с врагом лихим невидимым сражаясь. Все эти дни, недели на износ, без сна и отдыха, вы с теми, кто на койках. От вас не видим жалоб мы и слез. Спасибо вам за мужество и стойкость. Вас трудности не смогут напугать. Врач – это больше, чем профессия простая. Неравнодушие, потребность помогать, собою жертвовать, других людей спасая. Для нас настала трудная пора. Как никогда нуждаемся в вас остро. Спасибо вам, родные доктора, водители и фельдшеры, медсестры.